Всем привет, с вами Мегадекстер, и мы играем в игру Bakugan Defenders of the Core. Как вы помните, если не ошибаюсь, мы в третий раз уже ищем... Да. Ищем мир. Ну что ж, поехали. Yes. By yourself? I can imagine Dan behaving that recklessly, but not Mira. Hey, what's that supposed to mean? I'm always cool and collected. We've got to help her! I don't know if I can face Max's Helios again, especially without Drago. Нет. Да, я, кстати, вспомнил про эту функцию-то. То, что если ловить, нажимать, показывает тебе флаг, куда тебе надо идти. Но нет, тут, видите, нам... Вот это... Ох ты ж. Да, я же сказал дополнительный бонус. Аж три сундука. Да, я выздоровел, как вы, наверное, уже поняли. Потому что... Потому что я выложу один, если я не ошибаюсь, прохождение Бакуган. Это уже 12-е, если не ошибаюсь. И ну, все идет своим чередом, скажем так. Вот это повезло. А подождите, это очень чисто. Где-то какой-то фильтрак. Да, конечно, это гениально. Типа он сказал то, что из-за того, что жарко, я хочу снять всю эту одежду, но если я ее сниму, у меня будут ожоги. Это называется... Ever since these robots came, I'm not allowed to patrol anymore here. This could help. О, ура! Да, у нас теперь одна. А было, кстати, много. Забыл эти времена. Сундук. Steel mutation. Стальная мутация. Кто-то, кто-то быстро. Ох ты ж, ё-моё, нифига себе. Это те мелкие роботы. Что они тут будут? Сейчас он не запалит, если вот так вот снимет. Это не запальщик, да? Это не запальщик. Нет. Это очень странно, но... Да. Отлично. Пока ни одной потери. Оп-оп-оп. Мы все собираем. Ой. Так. Ух ты, что за это близко? Опа! Да не надо нам туда. Нам в этого надо, мы в спину. Вау, красный. А, все, больше нет. Там впереди кто-то стоит. Ух. Нифига себе, мужик, конечно. А, ну просто не будет. О, так их даже две тут. Офигеть. Потому что, насколько я знаю, красные сферы дают либо 1000, либо... Вроде 1000. Да, 1000. Ну вот хорошо, хоть у нас уже 20 тысяч. О, механический Гелиус. Он вроде просто Гелиус или нет? И это не у него как уравление химии, скажем так. Кто это? I keep trying to get by, but there are... Там не может пробраться типа сквозь. What?
Опа, опа. Ну блин, это нечестно. Это вообще просто предел честность. Офигеть. Окей. Dual Elfin. А, это эволюционная форма, скажем так. Пошел. Отлично, пошли. Все, мы, кажется, пришли. Да, мы пришли. Ну и чё, сейчас вернем мир. Let Drago go! Do you seriously think we'd give up Drago just because you asked? You think we'll roll over just because we can't battle? You've got a lot to learn about the resistance. That's right. We are standing against you together. Together? This is exactly what Shun was talking about. A reason to fight. For me, that's my friends. Please stop. All this together stuff is making me sick. I don't think anyone will be giving any more together speeches after I beat you. Это странно. Если ошибаюсь, он вроде бы владеет Бакуганами Саптерами. Так что да, да, он владеет Бакуганами Саптерами. И нам нужен тот, кто крут против Саптеры. Строн. О, Немус. О, как раз и у нас Мега Немус. Вот мы его и возьмем. Чё у него есть? Вау. 20 000 спешл. Я могу купить вот эти две карты, но даже вот эти две спешл карты. Нет. Сейчас. Да не, идите на. Не сюда, не туда. Ну, у меня все равно будет еще много мугла, так что чё. Так, Лаграм, так у нас Саптеры. Мы берем тех, кто силен против Саптеры. А, да, у нас же второй этот уровень есть. Раз. А, 1500, нет, всего. У нас какое-то странное здание нам надо защищать. Я не понимаю, что... А, 40 минут, это... Это Сфинкс. Ах, ну да, мы в Египте, точно, я забыл. Мы же в Египте, поэтому тут понятно, что и пирамиды, сфинкс. Черт. Вроде как древнее сооружение, поэтому... у меня коробка на башке тут. Ох ты ж, носорог. Рок. Офигеть. Но мы его замочим. У нас есть тот, кто силен против Саптера, так что нам плевать. Я, кстати, я им играл или нет, я уже не помню. Вроде нет, я его, кажется, эволюционировал в прошлой серии. А, я не помню, короче. Странный сфинкс, у него клюв. У него нет. Да, у него вообще так нет. Что нам надо? О, вот это у нас. Нет. Я знаю. Мне попасть надо. О, попал. Чё, это единственный посмотр? О, вот это его. У меня предположение того, что мы сейчас будем сражаться против самого главного бакугана, вот этого чувака, который был с мирой. А, нет, просто кристалл. И второй кристалл. Ура. Так, ладно, они вроде бы пока еще не тронули здание. Да, кстати, тут не может быть у меня цель. Хотя нет. Может быть только из-за этого комбо.
Но вот из-за зданий, тут почти зданий нет. А что он стоит на месте? А! Нет, не стоит на месте. Так, только не промахнись, только не промахнись. О! Нет, 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 нет. О! Только на небо посмотрите, ну все. Да. Вот сейчас мы будем драться. Вот просто, я уверен. Так, пока у нас все нормально. У нас только с комбо проблем. Где-то вроде финансово, бла-бла-бла-бла. Ну вот, да, я же сказал то, что он сейчас будет выпустить свой ролик. Ну, он крутой, насколько знаю. Да там все сапторы, в принципе. Вот, я же сказал. Прямо вулкан. Ох ты ж, ё, да он, наверное, мощный. Ё-моё. Да, он действительно. Да знаю, я знаю. Ну щит, блок! Как ускоряться, я забыл. А, промахнулся. Кстати, что, замочи пески, что ли? Что не двигается? Меня, может быть, плохо слышно. Я потому что сам, в принципе, не знаю. Я каждый раз, блин, мне приходится настраивать клон, кажется. О, круто! Ну и чё нам? 8 ударов. Я не помню ходы. Ну, у нас, в принципе, ранг 8. Хорошо. В принципе. Что? Где тут были здания? Это раз. И два. Почему здания и машины находятся рядом с историческим объектом? Как это вообще понимать? Ну ладно. Чё, гони нам Драго, чувак. Release Drago! Now! Sure. Except Lord Spectra has Drago, not me. You may have won the battle, but we've won the war. По-английски так же звучит. Типа он сказал то, что ты проиграл бой, но... Фу, блин. Мы проиграли бой, но не проиграли войну. О, в самый нужный момент. Abyss, are you all right? A portal to my core has been opened. A foreign being approaches as we speak. Портал к ядру был открыт. Ну, кто же это сделал? Интересно. Spectre's on his way to Abyss now? We have no time to waste! Ну да. Hold on. Пузырёк такой, я полетел. Abyss is leading us to her location. А, она показывает, куда идти. Куда? Но летела в небо, уж извини меня. А чё, она состоит в сока? Это, конечно, Ингрэм. Мастер Ингрэм. О, он с золотом.
USA. Вот это неожиданно. Мастер Ингрэм. Бла-бла. Понятно. Тифон Эксплозион. Он скажет, что у него две карточки. О, ура. О, пятый уже. Осталось две. Ну, на этом все. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мегадексер. Всем удачи, всем пока.